Всем привет, с вами Бодя. Да, я знаю, что у Анастазис вышло видео с Брайан Маусом, точнее с Максом. Который раз я это говорю. И почему я это узнал, а я это заметил только по комментариям, которые вы мне писали, чтобы мы посмотрели. Строим дом с Брайан Маусом. Ну вы поняли. Подписывайтесь на все соцсети, на Инстаграм в основном. Помогите мне добить 100 тысяч зрителей в Инстаграме, прошу. Поэтому погнали смотреть. А сейчас хочу вам посоветовать канал Марков. На нем парень выкладывает реакции на события, происходящие в видеоблогинге, современном рэпе, ТикТоке, Инстаграме и на много чего еще. А также он делает обзоры на самые свежие новости о ютуберов и не только. В своем стиле, с рофлами, забавным монтажом и харизмой. Всем советую перейти к нему на канал и подписаться. Можете даже в комментариях написать, что вы от меня. Ссылка на канал Маркова будет в описании. И у него самый-самый охренительный канал. А знаешь почему? Всем привет. Привет. Тебя не бесит мое приветствие? Ты говоришь всем привет? А ты не смотрел мои видео, что ли? Ну, смотрел, но я не могу понять. Может быть, ты пытаешься сказать привет? Слушай, мне кажется, или здесь качество такое должно быть? Но тебе не получается, ты говоришь привет. А если я вазу разобью в твою голову, то ничего страшного? Я нахожусь в Питере. Если вам эта информация ни о чем не сказала, то вы, вероятно, не знаете, что я из Москвы. А еще сейчас декабрь. Если эта информация тоже вас не удивила, то вы, наверное, в курсе, что скоро Новый год. Вы же не тупые. А в Питер я приехала для того, чтобы поднять вам новогоднее настроение, а себе самооценку. Потому что я приехала к мужику. Это сейчас про кого? Ты не привык, что меня называют мужиком? Всем привет! Жить мне в Питере негде. Я приютила Настю буквально на одно видео, после чего я ее сразу же выгоню. Поэтому и срочно. Поэтому не переживайте. В моей постели она спать точно не будет. Еще нужно что-то придумать, и поэтому мы будем сегодня строить... Что? Дом. О, я забыл тебя представить. Ты не нуждаешься в представлении. Я Брайан. Это дом из печенья. Имбирного? Я ненавижу имбирный печенье. А я обожаю. Хорошо, сожрешь потом сам. Мы два будем строить? Я вроде, у меня есть квартира. А почему-то он плоский. Я надеюсь, он не будет плоский, потому что я широкая. Причем у меня есть тюбик. Он, наверное, очень вкусный. Это же baking glue. А что это такое? Короче... Клей для выпечки, ага. Че? Это клей. Реально пахнет как клей настоящий. Его точно можно есть? А ты не внюхивайся. Я рискну. Вкусно? Это вкусно. Это на вкус как настоящий клей, только сладкий. Короче, офигенно. И вот еще что-то. Декор какой-то, что-то. Это всякие блески и ненужная херня, чтобы украшать дом. Это тоже на украшение? Это для меня. А что для нее? В смысле, что это? Что они собираются делать? Дом строить? Ну, а почему ты к себе положил? Давай же распаковывать этот дом. Нет! А что? Это меры безопасности между... Что это за говно? Ты хочешь, чтобы мы в них сидели все видео? Ну да, но мы строим дом. Это опасно. Слушай, у нас нет днища. В смысле? Вот же она, нет? Это я не на тебя сейчас показал. Ладно, это было смешно. Это, ну... Крыша? А я не знаю. Нет. Да. Она же жирная, как я. Жалко, вы не видели, как Настя чуть не ударилась об мою лампу и не упала на пол и не разбилась нахрен. У меня есть каска. Я вот ее хочу снять, потому что она меня бесит. Ты хочешь умереть? Да. Я тоже. Все. А, давай ты. Вот какая жизнь прекрасная у нас, да? Ты будешь строить свой, а я свой, и потом сравним. Если у тебя будет лучше, я его заберу. Ну, может, мы двухэтажный дом построим из этих двух? Конечно, тут такого нет, и вообще, может быть, у нас ничего не получится. А у нас и так ничего не получится. А Брайан Маус любит экспериментировать, не удивляйся, Анастазис. Можно я кусочек отловлю? Съешь флаг, что это за говно? Свой! Доставай флаг и ешь. А если нам понадобится потом? А что, зачем он вообще нужен? Блин, ну это Анастазис монтировал. Если бы монтировал Брайан Маус, был бы угарнее. Он там всегда приближает себя вот как сейчас, но только при этом, допустим, увеличивает очень сильно звук. А, смотри, это как плитка. Так что это пол. Дорого, богато, да, давай. Или с утеплением. Или с утеплением. Нет, я думаю, тебе и так идет. Жир согреет. Да, согласен. Теперь берешь сюда, херачишь.
просто так вот. Прям. Да. Да, вот, ребята. А, будет держаться. Нет, все будет хорошо. Все будет хорошо. О, держится. Не падает. Падает. Вот сюда еще клея добавь. И что будет? Ну. У нас не останется клея. Блин, это надо пальцем мазать. Маш! Я просто руки пачкать не хочу, маш сам. Сейчас. Вообще ничего не изменилось, а там-то... Все будет хорошо. Просто нужно, чтобы он застыл. Вентилятор принести. Есть? Да. Давай. Ты? Блин. Чё? Это что сейчас было? Давай. Подождите. Ты? Блин. Ладно, хорошо, это смешно. Что с этим теперь делать? Не все потеряно. У меня нет... Оно держится, просто трещина небольшая. Просто трещина небольшая. Охереть, небольшая трещина. Как страшно. Как думаешь, крепче стало? Нет. Ну, думаешь? Так, давай попробуем отпустить. Давай проверим на ураганоустойчивость. Ну, неплохо. Ладно. Постой. Нужно просто больше клея, прям вот нахерачить прям. Можешь нахерачить? Ну, да. Ну, да. Правда, немножко прослойка жира, как будто из дома. С этой стороны. Нет. Я починил, все работает. И оно стоит и даже не падает. И вот. На весь... Они не могут просто собрать начало даже. А видео уже половину прошло. Да выброси его, все! Я пошутил. А ты собирался это говно есть? Я его трогала руками. Да. Ага! Ну, может, и руки помыла. Вот, нужно начинать... Ну, вернее, там пола даже нет. Оно... Выброси этот пол нахер. Смотри. Я все. Вообще. Ну, на вторую сразу клеить. Нет, ну, как бы у меня не получилось. Ну, получилось. Ну, нет, она не приклеилась. Но она стоит. Ну, стоит. Пусть стоит. Хорошо. Нет, она не стоит. Ну вот, она хорошо приклеилась. Она, видишь, даже почти держится. Но мы же не будем его трогать, поэтому он должен стоять. Мы тоже не трогали тот, и он не стоял. Ну, этот стоит, понимаешь? Тот тоже стоял, потом не стоит. А что ты не экономишь так? У тебя что, денег много? Все, он стоит. Первый этап инструкции из 12 готов. Как смешно. Ты с животом. Ну, понятно. Так. Да. Сука. Простите, я еще раз хочу посмотреть. Ну, понятно. Так. Да. Он так неожиданно рыгает, я просто не могу с него. Построим второй этаж. Построим. У нас нет... Я ее сожрала только что. Да мы еще... Ну а как-нибудь построим? А что я ничего не делаю? Давай что-нибудь поделаю. Я подержу вот так. Ну ничего, у нас в России все так живут. Ну вот сюда нужно тоже, чтобы оно равномерно было, потому что тут перевешивает. Быстрее! Что? Нормально. А где крыша-то? У нас нет крыши. Охренеть, они уже хорошо сделали, кстати. Надо, наверное, так. Молодцы. Умный. Ты понял? А потом у нас выключилась камера, но микрофон продолжил записывать звук. И произошло примерно следующее. Так, я держу, потому что... Настя отключилась камера на моменте, когда я... Камера отключилась, и я решил подержать дом, чтобы он не упал, в итоге он... Да блин, жалко, что в этот момент отключилась. Упал, поэтому... Ну, мы сейчас заново сделаем. Так выглядит моя жизнь. Ну, рассказывай, что произошло. У меня была депрессия, только что, затяжная. У меня села зарядка на батаре... На этой, на камере зарядка села, и дом сломался в этот момент! Ой, какая я молодец. Починила. Так.
Это всего лишь крыша. Нормально. У нас получилось. Стенопады. Да. У нас получилось стенопады. Давай нарисуем то, что олицетворяет нашу жизнь. Что это за говно? Что это за дерьмо? Фу! Мне спина чешется еще. Где чесать? Не все потеряно. Смотри, вот он, кстати, держится. Вот так. Ты. Не, можно было, знаешь, подлам. Я просто не понимаю, как они еще. У меня бы уже пукан взорвало, честно. Сломать эту штуку, чтобы она была. Нет, и мы сейчас подломаем так, что сломается все. Думаешь, а может подломать? Ну, подломай. Пока что нормально. Хочешь дать мне 5? Нет. Вкусно. Да, сюрприз. Клей. Подождите, дайте я посмотрю, что он сделал. Да, сюрприз, ой! Клей. На, бери и клей. Блин, он заканчивается. Построй. Нужно просто больше клея, прям вот нахерачить прям. Можешь нахерачить? Есть у тебя? Да, вроде есть. Ау! Ну вот. Ну я вот и да. А? Ну все, крас. Ну я вот и да. А как красить? Как-то. Я крашу. Что? Вау. Красиво? Да. Ничего не делай больше. Какая красота! Вот это сделала я. А почему на камере так убого выглядит? Красиво. Только на камере. Не, мне кажется, на камере красивее даже. На камере красивее. Он сначала сказал, не только на камере. Снегопад. Да. Не, ну вот если так посмотреть, то в принципе... Это очень... Не так уж и... Это очень красиво, ты хотел сказать, наверное. Да. А я... У меня же... А зачем? Смотри, блин! Я купила Skittles с этой... Корицей. Да. Ты пробовал? Да. Молодец. А я нет. Я соберу все. Правда. Это что, все? Да. А где фейерверки? Бенгальский огонь можно было внутрь засунуть. Сувай. Ты че? Жесть какая. Мы сейчас сгорим! Ура! А что ты рад стоит? Давай. А сколько ей лет, чтобы так удивляться зажигалке? Я помню, я только во сколько лет в 10 удивился, что существует песок на земле. Вставляй. Ну давай. Молиться умеешь? Или... Ты не в церкви. У нас даже это не получилось. Извини, испугалась. Офигенно. Печенька загорится. Жрать хочу. Она же не взорвется, да? Давай еще. Натыкаем побольше, да? Давай. Это крыша создана для того, чтобы ее протыкать. Стой! Мне кажется, надевай шлем. Да! Ты уверена? Нет. А что они какие-то? Вялые. Ты зажигалку сломала. А я с вами не прощаюсь, потому что по ссылке в описании на канале Брайна вас ждет еще одно видео с нами. Офигенно. Офигенно. Ребята, я не знаю, как вам, но мне, по крайней мере, это зашло, потому что, во-первых, это смешно. Во-вторых, смешнее было бы, если бы Брайан монтировал, но это на канале Анастасис, поэтому она монтировала, и это было более душевно.
Ну, что можно дополнить здесь? Я не знаю, что еще можно дополнить, мне смс-ка. Поэтому, если что, ребята, я надеюсь, вам понравился видос. Ссылка на оригинальный видос в описании. Вы, главное, в инстаграме подписывайтесь. Помогите мне 100 тысяч набрать в инстаграме. Господи, я просто умираю. Я так хочу набрать 100к. Если хотите, то можете подписаться еще и в ВК. Потому что я там пытаюсь всем ответить. Кто пишет привет, как дела, что делаешь, я на это не отвечаю. Спасибо всем большое за просмотр. Ставьте на колокольчик, вот это главное. И всем пока. Да.